Купили новую газовую плиту. Может ли новое оборудование подключить другая частная газовая служба, имеющая лицензию? Или это должна сделать именно та организация, которая ранее занималась ВДГО? Для того, чтобы у специализированной организации появилось право на проведение каких-либо работ именно по замене оборудования. Вот. И мы сейчас не будем говорить о том, о внутренних допусках организации, мы говорим непосредственно о, скажем так, о внешних факторах законности. Вот. Для осуществления законности, законной замены, то есть с чего начинать, с чего нужно, необходимо начать собственнику, это заключение договора с обслуживающей организацией, со специализированной организацией. То есть это либо ГРУ, опять же, либо другие специализированные организации, включенные в реестр жилищной инспекции. Вот. При заключении этого договора у представителей этой организации появляется законное право на замену какого-либо оборудования. Согласно законодательству, та организация, которая заключила договор на техническое обслуживание, несет и ответственность. И вполне очевидно, если одна организация несет ответственность, у нее есть договор, а влезает другая организация, то это уже противозаконно. Вот. Более того, у нас есть меры давления, скажем так, на эти организации, которые работают без договора, вот, со штрафами, довольно внушительными для юридических лиц, это 40 тысяч, например, рублей. То есть, если поменять газовую плиту, обойдется со штрафом 40 тысяч рублей, не каждая организация рискнет этим делом заниматься. А вообще для более детального, для установки счетчика, например, прибора учета газа, да, то есть для замены оборудования с более большей мощностью потребления обязательно должны выдаваться либо проект, либо технические условия, потом проект. То есть это не делается просто так по желанию или по заявке абонента. Все организации, занимающиеся заменой прибора учета, они, или установкой прибора учета, они должны иметь договор на техобслуживание. То есть они, эти организации, являются специализированными. Другими словами, они должны иметь запись в реестре службы жилищной инспекции. Реестр этот находится на сайте службы жилищной инспекции, он в открытом доступе. Вот, и проблема с тем, чтобы определить обслуживающую организацию, специализированную организацию непосредственно в каком-либо населенном пункте, на данный момент не представляется проблемой.